С досугом. Алло, 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 алло. Сосари скормил панги 15 бамбука и сообщает кут-фу-фун. Привет, ты же знаешь, что можно и без этого, да? Спасибо большое. Но если что, это не обязательно. Ой, ой, а что с фризы какие-то появились, да? Это только у меня? Шаттеры, статтеры, как они называются. Здравствуйте. Мне каникул, но пока что это не ощущается. В смысле, а что, тебя работать заставляют или учиться еще? Во время каникул. В чем проблема? А я довела, как же я? А, вот, привет, да. Новые механики в Ghost Runner. Не перестает удивлять игра. Упс. Куть-фу-тьфу. Забавно это звучит. Че он там пишет в донатах? Куть-фу-тьфу. Ну там смайлик. А этот... с аниме девочкой какой-то с кружкой чая, кофе. Репетиторы каждый день. На каникулах? Соболезно. Ну хотя бы, ну блин, ну... Не, если ты хочешь клёво, хорошо учиться, то это неплохо. Ну да, отдыхать придется когда-то в другое время. Ну, у тебя есть вечера. Что я могу сказать? Тебе все еще оставили вечер в твоем распоряжении. Ух ты, прикольная механика. Так, стоп, стоп, стоп. Я тут вспомнил. Это же тот самый 9-й уровень, на котором есть классный меч. Сейчас, секундочку. Пока не забыл. Level 9? 9. 9. Welcome to another quick guide to Ghost. Ой, извините. Сейчас убавлю. Так, вот так, ага. Слушайте, прямо здесь я вовремя остановился, по-моему. Сейчас покажу вам классный меч. Дайч, я сломала ногу, пока чесала коленку. Блин, вот это же с ногтями проблемы с длинными. Сейчас, секунду. Сходила, вчера на ногти сходила, уже сломала, да? Так, значит, надо будет сейчас вперед, потом по стеночке, потом снова вперед, потом налево. Ага, ага. Бам. Все. Запомнил, прям вовремя. Я сорвал руки, пока таскал диван. Че в начале стрима спрашивал? Да чего, а чего за проблемы? С руками у вас сегодня. У одной ноготь, второго руки от дивана. В смысле, а что значит сорвал руки? Болят теперь? Не, я там ничего вначале важного не говорил. Ну, здоровался, наверное. Что еще делают вначале? Черт, я все еще в чате, чтобы вы понимали, я не смотрите на экран. Ноги такие тонкие, будто чем-то больно.
Слушай, у некоторых руки такие тонкие, что они как будто больны, но ничего, нормально живут. А чё ты, Дейл, куда там переставлял? Перестановка была у вас? Что-то диван тягал. Так. Вот, теперь слева. Бам, сейчас посмотрим. О, красиво. Отлипни от стены. Так, сейчас нам дадут красивый меч. А, это не красивый, это ржавый. Ну ладно, ржавый тоже красивый. Нормально. Ковровое покрытие, меня родственники. Неплохо, весело у вас. Мне бы такие приключения. А то я вот последние пару дней что-то как-то, не знаю, без сил, как вареная колбаса. Ни с того, ни с сего. Упс. А, заходил вчера на этот РДРовский сервер. Поднастроил персонажа. Там пока народу не особо... Ну, то есть, там уже человек 30, наверное, зарегалось. Но пока массово никто не залетает. Так, заходят, тестят иногда. Что такое? Ага. Готовы к Among Us сегодняшнему? Упс. На стрим будешь играть? Ну да, конечно. Конечно. Ну надо еще залететь, просто посмотреть, что там вообще есть. Попробовать, потестить. Как-нибудь, когда останется там полчасика, часик после какой-нибудь игры. Я пойду, если 6 плюс человек... Да, я тоже пойду, если 6 плюс человек соберется, потому что иначе нет смысла. Вот непонятно, непонятно, сколько соберется. Я пока даже не представляю. Так, а что же сделать нужно вверх? Ага. Понял. Ясно. Ну, я не видел, чтобы 6 плюс человек набиралось на сегодня, поэтому непонятно. Хотелось бы поиграть. В Among Us поорать весело, задорно. Упс. Упс. Интересно, когда эта игра закончится? Она как-то вроде на 4, да? Ой, на 6 часов была рассчитана. Что-то так вот по паре часиков в нее в последнее время играем, она все никак не закончится. Мне охота ее пройти, но просто не могу ее забросить, она прикольная. А, Спанды в котик? В смысле? Почему? С чего ты это взял? Что я там такого сделал? Или ты сообщение чекаешь с канала? В смысле? Где? А это просто нажатие отображает. Ну, я бы... Это не... Это не то, что вы подумали. Нет, это не я. Он просто нажимает на те же кнопочки в Гостраннере, мне кажется. О, кстати, и закрыл, оказывается, да? Часть интерфейса. Куда бы его засунуть? Чё не двигается? Не понял сейчас. А вот. Центр экрана, нормально. Правда, вот он по краям как-то немножко обрезан, такое. Но этот Bonga Cat... С ним есть ремиксы всякие на Ютубе. Хм, тайник. Хорошо, это будешь ты. Без проблем, я и не спорю. Я только за. Так, а... Куда дальше-то? Джум или залетает? 100 лет не видели.
Куда это я залез? Oh shit. Я тут какой-то фильмец посмотрел. Сейчас пытаюсь вспомнить, что я посмотрел. Но получилось только один глянуть, а не два. А что же это было? Офигеть память. Я уже и забыл, что это было. Так, мы же оттуда прикатили, правильно? Там сюда. Не понял. Не понимать. Чё-то сложно. А куда? Куда двигать-то? Туда мы приехали. Вот туда, наверное. Стоп, чё? А большой размах, когда мышь двигаешь. Не, я сделал, ну, у меня 800 DPI на 6 виндосовских этих. Не, я не на самом, не как у киберспортсменов, знаешь, они обычно махают прям во весь ковер, у меня место ограничено, движение тут как-то ограничено, и приходится все-таки баланс находить между сенсой. Сейчас, секунду, сбегаем туда. А, так не сюда нужно было идти. Между сенсой мелкой для прицеливания и нифига себе, Вика, здорово. И комфортом. Ха, щенок. Че, Вик, какими судьбами? Во вторник, так поздно. Промазал. Опа, нифига. Нифига не могу попасть по ним. Так, первого так, второго. А, у меня же обилка есть, что я забыл всем про нее. Не люблю локоть поднимать, когда целюсь, чисто кистью двигаю. Я тоже так делаю. Не люблю. На пару сек, да блин. А мы тут на пару часиков в этой игре. Потом, если народ наберется в Among Us. Если нет, то есть другие варианты. Да что это такое? Почему он отрывается? Господи, вы все еще играете в него? Да, 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 к нам по кайфу. Мы ж не так много в него играем. Играли-то раза 4, наверное, 3. Много, что ли? Это куда? Не понимаю, куда-то же это рассчитано, правильно? Наверное, туда, за каким-то сюрпризом. Ты как гей, просто цифр дальше не знаешь. Да камон. Мультиплеерная игра, в ней можно застрять и на подольше так. Ой. Надо было не этого убивать. Блин, в батлу вон по несколько тысяч часов. Люди в доту играют по 10 тысяч часов. Три раза сыграли в Among Us, типа, ой, ребят, вы что-то перебарщиваете. Ха, серьезно? Угу, ясно.
Его не унесло, да? Понял. Сегодня метро смотрел на Твиче. Что там было интересного? 1000 часов, но это вообще клиника. Это же мультиплеерная игра, что клиника-то? Вполне себе обычное дело для мультиплеера. Он же рассчитан, они же рассчитаны на то, чтобы много играть. У меня, кстати, сегодня на телефоне обновилась Among Us. Не знаю, что там сделали, я патч, ну, вот так глазами пробежал. Ничего интересного вроде не было. Хм. Пишу челу, что у него кадры разрываются. Он сказал, что это у меня проблемы. Ну да, ну да. Видал я таких. Это у вас стиринг. Вот это вот клиника. Хотя он лучше знает. Оставь его с его проблемами. Это как люди, которым пишешь, у меня все стримы нормально на Твиче работают, твой буферит, у тебя дропы. Он тебе, да, проверь свой интернет, роутер перезагрузи. Там, не знаю, тряпочкой с святой водой промочи. Все заработает. Вика, ты собираешься допроходить ты метро? Хм, а как на них надо, как их атаковать? А, наверное, я не в правильном порядке их атакую, все, я понял. Сначала, а, нет, кстати. Что, простите, понял, ясно, здрасте. Все-таки в правильном. В следующем году, у тебя все игры на следующий год перенесены, или только те, которые ты там под стрим играла? Ты, кстати, в Ghost Runner собираешься играть? Я сейчас как бомж просто. В смысле? Ты в коробке живешь на улице? Да, черт подери. Дейл вспомнил про ногти. Ой-ой. Затяжной переезд. Так не на улицу ж переезд-то, правильно? Всегда же можно подрубить консоли, ПК в розетку. И все. Кухню купила, живу на кухне. А, ну нормально. Это знаешь, когда покупаешь новую кофту и ходишь только в ней первое время. Так же с кухней, да? Меня поражает, как Дэвил шарит в ногтях. И немножко удивлен. Где-то у него там есть второй инстаграм, девочки записывают, все мальчики на ноготочки. Привет, Женек, привет. Уф. Так, что если... О, есть же такая билка еще, точняк. Черт. Ну а ты сможешь объяснить, откуда? Че это было? А, я кнопку перепутал. Хм. Ну откуда ты знаешь только про ногти? Шеллоки вот эти вот, что-то еще. Я даже не запомнился. Вот чертила. Я мало что знаю про ногти. Но больше, чем рядовой мужик.
Просто когда у меня были накрашены ногти год назад, я снимала... Так, сейчас, секунду. Угу. Интересный ход. Отрывала просто из-за... Оу. Оу, звучит так, как будто... Это мазохизм. Я вырывала себе ногти сама. Фингер ин где, Дукатис? Сестры спрашивал, зачем они что-то мажут на ногти, а потом лампой сушат. Понятно, ладно, тогда хорошо принимается отмазка. It's okay. Да блин. Как к нему подобраться-то так, поближе? А, вот оно что, все просто. Какая-то у тебя фингер тонкие или толстые? Блин, двое. Ты так не говори, блин, как? Как я сказал? Что я опять сказал не так? Да, боже мой. Я пропустил. Она была мазохисткой. А, что это отмазка? Ладно, it's a joke. Just a bad joke. Говнюк! Дучатис, у меня были такие напильнички для ногтей, и там была для полировки одна штука. Так прикольно было смотреть, как они блестят потом. Но это сложно было, а потом я потерял этот набор. Для полировки одна штука? Чего? Не, у меня такого не было. Не понимаю, о чем ты. Просто поражаюсь, как они иногда попадают. Ой, Катана Зира в 3D. Хорошо, что я в Катана Зира не играл до конца. Напильниками. У меня был рашпиль раньше для ногтей. Значит, я им пальцы себе отпиливал, подпиливал. Чтобы вместо фингера, ну вы поняли. По локоть отпиливал. Дучатис, спилки разной зернистости, и одна для полировки поверхности была. Можно было в идеал поверхность довести. Честно говоря, пугает немножко, откуда Дукатис. У Дукатиса они были. Хотя нет, да, знаю Дукатиса, ничего не пугает. Нормально все. Все окей. Наверное, он был каким-нибудь... как называется? Не визажист, а ногти, которые делают. Я застрял, я залагал. А как выбраться из такой ситуации? Умею же я залезть в жопу. Опаньки, опаньки. Фух. Мне кажется, если бы на уроках труда девчонки могли бы выбирать, куда пойти на вот эту вот наготовку, мы как с вами говорили, наготовку или табуретки делать, девчонки пошли бы на табуретки, потому что там есть всякие станки, на которых можно подточить ногти. Взломать, нажмите правую кнопку. Что? Кого взломать? Что за взлом? Чего? Ой, стенды теперь поворачиваются, вау. А как его заранее развернуть, не понимаю.
Ногти после того, как их подстрижешь, могут цепляться за одежду или анал. Мне это бесит, поэтому я их обработаю пилкой. Так можно же это, ну, маленькими такими кусачками подровнять, по крайней мере. А все, ну да, не, если ты в жопу залезаешь, понятное дело, да. Тут нет вопросов. Ай, стойте, игра, подожди, я отвлекся. Мальчики, записываемся. Мальчики, записываемся на ноготочки и фистинг в подарок. Это просто аккуратные ногти. Такие у парней нормально смотрелись бы, я уверен. О, щит. Тут я запоролся. Намек поняла. Скоро. А как называется? Есть фут фетиш, а я вот если на пальце фетиш, как это называется? Нет, Дейл, ты не понял, это уже теперь тебе намек. А, вот что нужно сделать. Вау, для сверхразумов. Куда ты нырнул, идиот? Ладно, нормально, жить можно. Я все ищу машинку для ногтей, чтобы палец засунул, она все подстригла, но такие не... Вообще-то производят, Женек, ты че? Подождите. Так есть же такие. Я видел новость даже. Я, человек, не следящий за этим, видел новость. Японцы делали такие штуки, поищи в Японии. На какой-нибудь распродаже, там, не знаю, домашней утвари. Ссылку, да я не помню, это было года полтора, наверное, назад. Я не знаю, кстати, почему вообще у меня это в голове отложилось и запомнилось. Опять комбинация сложных врагов. Я знаю, у меня есть идея. Хо-хо-хо-хо. Красиво, красиво. Блин, игра может в эффектность. А там кто? Ага, вижу. Почему девушки везде намеки ищут? Ну а почему нет? Хочется, всем хочется чего-то таинственного. Так, не успел. Таинственного, какого-то секретного. Хз, как-то объяснить. Все РНТВ просто смотрели в детстве, поэтому. Кошкопарни. Подожди, а кошкопарни существуют? Вик, смотри. Натяни на голову шапку. Это намек на натяжной потолок, поверь. Вы часто намеками разговариваете специально? Привет, Надь, привет. Не, я редко. Ну, блин, это надо сверхразумом быть, чтобы намеками говорить. Я люблю прям прямые разговоры. Фак. Как в тот раз получилось, я понять не могу. С первого раза главное. Мразь.
Вик, хочешь прикол? Отгадай, с каким цветом ты у Нади ассоциируешься? Попробую уклонение в воздухе. Так я на этой штуке хочу опять зарамить того робота. Но почему-то не получается на него запрыгнуть. Коричневый? Да. Блин, с первого раза. Какая она догадливая. А как А, вот взорвалось, все, нормально. Кажется, понял, как это работает. Цветом какашки, да, получается так. Вик, ну ты какашка, конечно. Так, теперь здесь надо научиться. Сама цвет выбирала. Так, а с этим-то что делать? О, нет! Говнюк, последний момент задел. Ну, Дейл, ты как думаешь, с каким цветом? У меня с красным. Это, знаете, есть в музыке такая теория, ее многие используют в творчестве. Песня тоже ассоциируется у музыкантов с цветом. Не у всех, но есть такие люди. Я много раз слышал на такой теории. Типа, если песня какая-нибудь холодная, то она синяя. Что-нибудь такое. Есть вклейки для светильников. Зато прикинь, сколько гемора со стенами избавит. Что? Это о чем, Женек? Я что-то пропустил. Ты поэтому в мангасе выбирала коричневый цвет, потому что ненавидишь людей, что? О, что упал? Стой! Понял, ясно. Я не могу с таким бешеным чатом сосредоточиться на карте. Что за котик? За котик нажимает на те же кнопки, на которые нажимаю я. Бонго Кэт, а не Бонго Камс. Там же можно уцепиться в конце, точняк. Загал свое по 17. А, точно, я думаю, что не так? Что не так сегодня происходит? Не хватает голосовух подешевле. Я все в чат смотрю, невозможно играть, да, точно. Сейчас убавлю. Голосовухи по 18. Пожалуйста, без спама. Кого я прошу? 18 мне уже. Голосовухи есть. Так. Теперь общаемся только голосовухами. А чё он свалился-то? Почему? Вау. Но ведь я уже уцепился почти. Что, мастера ремонта там обсуждают? Стеклолисты, фонарики, бетон. Так, какой-то тайминг супер плохой. Может, в сторону? О, идеально. Нет? Кажется, это оно. Все ли? Пройдено. Не так и много получилось. Все, вот 150 смертей, ха. Опять новая приколюха.
Sixteen Devil, интересно, много ли человек выходит со стрима, когда видит Fallout мод на других каналах? О, я постоянно, кстати, выхожу со стрима, когда вижу Fallout мод. Вообще ненавижу Fallout мод. Это такое ЧСВ. Хотя, с другой стороны, ну, вроде, ну, типа, ну, я чё такого. Правильно. Угу. Прикольная задачка. О, боже мой. Так. Есть. Когда прозевал все тайминги. Ну, куда, простите, нужно? Так. Есть слева чел, а есть справа. А, это же штука стрелять начинает. Зря я пролетел. Я тут... кто это? Мы с Виндиго играли, да? У него друг... ставит follow мод, и он и от Виндиго говорит, типа, мол, зайди, зайди, глянь, что там, у меня там стример, друг. Он там контру стримил. У него follow мод, я просто сразу такой, я даже писать ничего не буду. Лично меня отпугивает штука такая. Офигели они так стрелять? Хм. Ой, сложно, сложно. А мы тут фильм, кстати, в Дискорде смотрели. О, кстати, Маш, тебе-то как он? Дэйл, ты уже рассказал? Прочь называется. Только Дукатиза не говорите, что за фильм. Это как на Ютубе попросить подписаться, чтобы ты мог коммент оставить. Да, ну на Ютубе это работает на самом деле. Для пор аудитории 14 лет это работает реально, оказывается. Я сам удивлялся постоянно, когда слышал: ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, вы что, серьезно? Кто на это клюет? Работает. Дайч, всем до связи, я Дед Инсайд. В смысле, почему? С чего вдруг? Что случилось? Неожиданно. Дед Инсайд, что случилось? А кто это такой, ваш Дед Инсайд? Я думал, фильм страшнее будет. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобой бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум. И ночью бум-бум-бум, закончим бум-бум-бум. Здорово, Денис. Ну, блин, а я знал, что фильм не страшнее будет. Женек, мне кажется, тебе нужно завести Sixteen Devil, канал только по... не перебивай. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобой бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум поможет бум-бум-бум. И ночью бум-бум-бум закончим к двум-двум-двум. Ря, это что за ниндзя? Не перебил, кстати. Так, тут какой-то новый враг. Нужно его контрить. Фак, у меня реакции не хватает. Почему всегда в... вот в это вот... Почему опять спам? За что? А можно не надо? Так, подождите, а как... как его победить-то? Чего? Фуд.
Плут, спам, да, одна хрень. Повторение одного и того же. Чё, он промазал, я промазал, как его зару... два раза нужно. Спам — это массовая рассылка рекламы. Да, спам — это массовая рассылка всего. Слов тоже нет. Ну, как мне кажется. Я, по идее, подписываю под это. Дырка в мече, так он ржавый. Я сейчас покажу, какой я меч нашел. Смотри. А, и можно же так показывать. Ты смотри, он ржавый весь. Дедовский еще. Ля какой. Ля. Ржавый в кровище. Специально нашел недавно. Сикстейн Девел, Лёша, извини за спам, это последний, и давай заведем старый Жигуль. Би-б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 и. Нет, Жигули заводят в донатах, а не вот в этом вот. Лёш, не сиди, помоги дотолкать до гаража, может там придется перебирать ее. Я уже наперебирался в моей саммеркаре. Хватило пока что. Сраный ниндзя. Вот кого надо заставлять машину-то толкать. Вон этот. С мечом. Он все толкает. А, так можно просто подпрыгивать, лол. О, жопа моя, жопа. Как же кайфово. Есть. Я же отбил, да? Да? Слушайте, а я не знаю, можно ли? Никто не хочет ворваться в РДРРП. Просто можно заявку отправить. Я что-то вас не спросил. Есть у кого-то опыт в РП? Или нет опыта в РП на желание поиграть и понимание, что такое РП? Так, нет, подождите, предлагаю тем, у кого нормальный микрофон, Дэвил. Так, у кого еще хороший микрофон? Анна, подчеркивание, Дин, я не понимаю, о чем ты. Серьезно? Сикстейн Девил, я уже наелся РП. Ясно. Ладно, тогда не предлагаю, хорошо, отставить. Анна, подчеркивание, Диняо, ГТРП. А, ГТРП? Не, не ГТРП, РДРРП. На закрытом сервере. Чертов ниндзя. ГТРП уже все умерло. Сикстейн Девел, убиваешь первого. Делаешь деш влево и убиваешь второго. Так дело в том, что его удар надо отражать же, нет? Видишь? Он не дает убить. Оригато! Нужно сначала отразить, а потом ударить его. Щет. В RDR онлайн скучнее. Да я не собираюсь в RDR онлайн. РП, РП, Вик, не онлайн. Да офигел он! Сикстейн Девил, я подсказал, и у тебя получилось копать. Подожди, не получилось. Еще не получилось ничего. Да, ну его контрить надо. Там еще меньше возможностей. Нет, как раз таки возможностей там больше. В РДР только, ну, в онлайне только там охотишься. Дай вино со сметаной, и я наелся. В онлайне ты охотишься, какие-то там миссии выполняешь дурацкие. Чисто все по механике. В... Где? Сикстейн Девил, не сквик с пивом, сеем с год. Нет, да с онлайном-то все понятно. Кому он нужен? Другое. Так, ниндзя. Да Денис извращенец. А, подожди, это не Денис был, это Маша, вино со сметаной. Я, кстати,
Знаете, я думал, что за паста была про Порш? Я на Порше, я в Порше, да, что-то нет. Такое. Вино со сметной. Так, что такое сметное? Теперь? Что-то церковное? Так, его надо контрить. Ясно, не контрит. Тебя угонят в рабство. Более удачные РПшники. Ну и что? Отыграем. Я тебя понял. Септейн, девелая, а я тебя еду нет. В Порш. Порш Кайон. Да, да, я теперь тоже знаю, что это за говно. Что это такое? Дайч со сметаной. Так со сметаной или со сметной? Поделись уже. Есть. И чё у меня, в чём проблема была запрыгнуть сюда? Так, два ниндзя, что ли? Надо было обоих сразу. Ясно, давай. Говнюк! Долбаные ниндзя. Сюда идите, Якудзо. Якудзо. Вино с Хинатой. А, что такое Хината? Есть деревня. Снова не понимаю, о чем речь. Сраный ниндзя. Так. Давайте по механике, ну. Ясно. А я вот... Черт побери. А я вот поел маник с яблоками. И чаек зеленый. Каев. Ники мне сметаны и вино не нужно. Андрюха, здорово. Секстейн Дивел, зачем вебка, если есть бонгакот? Я тоже не понимаю, зачем нужна вебка. Вот честно, что-то от вебки изменится? Мне кажется, ничего, вообще ничего не изменится. Я уже об этом тоже думал, зачем вообще нужна вебка? Камон. Только для какого-нибудь джаз-чатинга, наверное. Или видосики смотреть, а сейчас на Твиче ничего практически нельзя. Хотя уже вроде как послабление какое-то идет. Уже все подзабили, я смотрю. Пошел в жопу. А серьезно? Он не умер. Ну давай. Говнарь. Ёш, Якудзо. Вот бы мне так же научиться. Ёш, Якудзо и убиваешь всех. Рот топтал этих ниндзя. Вроде нажимаешь, и нифига не работает. Сколько у нас там уже тем временем на Эмонгаста набралось? Есть живые, кто захочет пойти туда? Надь, ты, кстати, написала челом-то своим? Будет там кто-то или нет? Ничего не понимаю. Я же попадаю, правильно? Анна, подчеркивание один. Нет. Сейчас, прошу. Окей. Здорово, Данил. Рано. Ой, эти тайминги. Давай. Хрязь. Второй. Ну пошел ты. Не буду с тобой честно драться. Кстати... Заметили, что фолловеров снова 99? А на подчеркивание. Во сколько планируем? Ну, вообще, часов 8, наверное. Если мы... Sixteen Devil 99 фолловеров. Да. Я же сказал, что они ничего не значат. Хватит про да, них говорить. Да, да. Я же говорил, Фолловеры ничего не значат. Фалафели. Так, ну, часов 8, наверное. Потому что часа за полтора-два все выдыхаются, и ну, до 10 поиграть, потом еще пару штучек глянем всяких разных, интересных. Может, на РП-сервак зайдем, посмотрим, что там.
Так, я, мне кажется, я отсюда приперся, нет? Да. Какая же кайфовая игра. Куда идти? Понял. А там обновления на стабильную ветку не было у Among Us случайно? Просто у меня, я говорю, сегодня приложение обновилось на телефоне. Я думал, может, уже все? Выкатили наконец? Ря! Ублюдок, мать твою, ненавижу этих ниндзя. Стоп-раннинг. Да это смысл этой игры, какой стоп? Дебил, чё, гастронер такой дорогой? 1200 рублей. Ну... R4 обзошёл в беседу к школьникам, один из них начал со мной сраться. У Дениса почему-то фетиш какой-то, он постоянно к школьникам беседы заходит. Отличная реакция. В скобочках нет. Чё мне там говорил-то? И в смысле... А, Ghost Runner, так это же типа AA проект, не AAA. AAA стоит сейчас 2000 и выше. Я думаю, 1200 для качественных игр, но таких простеньких. И без больших бюджетов, нормальная цена. Sixteen Devil, когда я кончил 9 классов и можешь шутить над школьниками. Понимаю. Тоже такое было. R4, пацан пишет, лол, я знал, что ты стрелки кидаешь. Зачем мне еще раз говорить? Я пацан, я впервые вижу такого, как ты. Но как я понял, единственное, что сказал твой акушер, это все, что упало, но было быстро поднято. Упавшим не считается, и на этом он вышел. Sixteen Devil Ведьмак 3200 стоит. Не говори про AAA консольщикам. Ну, консольщики это отдельная тема. Мы про нормальный гейминг говорим. Не про консольный. Да, для них вообще какие-то страдания просто. Сколько там сейчас игры на консоли стоят на AAA? Да блин, куда я? Что я? Зачем я спрыгиваю с него? Точнее, зачем я запрыгиваю на него? Ведьмак 1200 стоит. Ну, а на релизе-то он стоил 2. Он же подешевел. Просто у... сколько прошло уже? Когда он вышел-то? В 2016-м, 17-м? А на подчеркивание день пораньше хотят. А на подчеркивание день, а то чувак в 9 уходит. Ну и чё мы? И чё мы поиграем? По сколько мы поиграем? Один чувак в 9 уходит. Не, ну это... А чё мы после 9 будем делать? Два часа. Надо хотя бы до 10 поиграть, что ли. А, это потом Ghost Runner опять запускать неохота. Или... А на подчеркивание один, да? Один. Так, а сколько нас получается тогда? А на подчеркивание один, пойдемте сейчас. А сколько нас сейчас-то набирается, чтобы пойти сейчас? А на подчеркивание один, сейчас узнаю. Так, ну я пойду как бы. Дэвил, Маш. Это что такое? Не многовато их здесь? Sixteen Devil, я говорил, что можно завалиться в свободную комнату большого дискорда по Амангу, и люди еще сами зайдут. Ну там опять, ты же знаешь, что там заходит. Вы раз там играете, так вы это, не знаю, ну вербуйте людей в таком случае. Кого-нибудь услышали, кого хоть слышно, уже можно вербовать. Просто мы там, я знаю, какие там люди находятся, там будут опять какие-нибудь... Шоколатроны нереальные. Можно нормальных найти. Но это нужно искать. Так, наверное, на эту хрень надо садиться в первую очередь. Все-таки. Не, ну ладно, мне можно разок попробовать, но я говорю, это такой себе вариант, конечно. Попросить чела с плохим микром выйти, сказать, что стрим. Да они скажут, да нам насрать.
Сейчас бы им не насрать было еще. Лучше им 5 человек играть. Ну это да, это да. Ну тоже эти полумеры, ничего хорошего. А на подчеркивание один с той стороны двое, от нас столько. Дайчс фуй фел ин лови и начтабер, тацу и лови фал. Сколько от нас? Маша, я, Дэвил, ты, четверо. Там двое, уже 6. Нам бы еще парочку найти. Чтобы запасные были. А на подчеркивание один, сколько точнее наших. Сейчас считаем. Есть еще... Блин, надо тегните кто-нибудь в Дискорде. А на подчеркивание один, сейчас еще спрошу. Тегните кто-нибудь в Дискорде, я не знаю. Я не хочу играть чела. Это Тиммербой. У него и микро нормальные, парни хорошие. И поиграть с ним можно. Так, я его убил, лол. Есть. Жесть. Братитюд. Проститюд. Черт, бешеный, ты куда бежишь? Остановись, отлипни от стены. Вау. Неожиданно. Хочу посмотреть ран без смертей по этой игре. Да и как это вообще выглядит? Собака Сикстейн Дивел вообще и обижена, да. Вау, неожиданно. Собака Сикстейн Дивел. На что она обижена? Он что, свалился? Где он? Давайте, выбегайте, масланы. А на подчеркивание один перекличка Аманкаса. Сколько нас, ребят? Кто в Among Us пойдет? Так, вижу одного со щитом. И один где-то там. Ну где? А чел со щитом, ты умрешь? О, ты так можешь умереть, неплохо. Читер залетает. Поставил брат за брат. Ты у Дэвила спросил об этом? А чё с ФПСом произошло? Интересно у вас братские отношения, брат. Так, а чё, куда? Опять какие-то секретики. Угу. Понимаю. Так что у нас по перекличке-то? Маша с Димой пойдут или нет? Кто там еще в чате есть? Сейчас проверим. Джумули не играет в читер. Не знаю кто. Даже не здоровался. Ну и все, остальных, по-моему, нет. Among Us. Юрат. Ты мне Юрат, Юрат. Когда там уже Барат выйдет? Упс. Упси. Перезарядка, да, еще идет? Эй, куда? Стой, убить его! Ладно. Так тоже можно. Красиво. Сикстейн Дивил, когда уже Барак президентом будет? Барат? Или Барак? Пойдем или нет? Ну, пойдем. Что ж, пошли.